С вами Шмаки, и мы продолжаем пройдить игру под названием Вор. В прошлой серии мы украли кольцо. Или мы были в городе. Украли ли кольцо мы, либо мы просто ходили по городу. Чё? Это переход на локацию? Помню счет этого момента. Скрыть замок. Отлично. Окей. Возвращаемся. Блин, я думал. Ладно. Что мы с вами сейчас делаем? Мы, как я понимаю, отправляемся куда-то за какой-то книгой. А нас попросил местный типа политика, как он говорит, который помогает людям. Болеющими вот этой вот заразой. Мраком. Который называется... Оп. Почему леди Мэриголд носит этот змеиный браслет? Она не знает, что он проклят. Самое интересное, был ли он у нее до того, как мужа прибрала костлявая, или нет? Шш, не так громко. Она отправит и нас, если поймет, что мы ее раскусили. О, спасибо за инфу. Значит, у нее тоже есть браслетик. Как можно понять? Не, ну можно считать, типа, здесь открытый мир. Частично, да. Ну-ка. Полутаем, полутаем. Так, письмо вдовы Оли. Все кончено, Оли. Я больше не буду женой пьяного стражника. Если ты не орешь на меня, ты лежишь в луже собственной нечистоты или тешишься, избивая так галдранцев. Я не могу так жить. Тебе повезло, что... тебе повезло, я не нашла, где в этой вонючей логове ты прятала все наши ценности. Вместо этого я забрала обручальное серебро. Не пытайся меня найти, Эллисон. Я знаю где. Походу там, где глаз, да? А что открылось? Медаль и статуэтка. Подожди, или нет? Пойди, да? Все? Поиск, поиск, поиск. Но в основном это ищут нас. Ну хотя да, это же дом стражника, о чем я? О чем я? О чем я? Нужно найти хавчик, воспользоваться хавчиком. И воспользоваться хавчиком. Сука.
Скажи, пожалуйста, какого черта ты упал? Он снова упал. Замечу, профессиональный вор. Ты что? Серьезно? Что ты делаешь? Пройди по балке этой чертовой. Дебилизм. Что за дебилизм? Ой, мать ваша. Чё он делает? Ну что, запрыгнуть не может? Классно. Он не может туда запрыгнуть, чтобы я туда перепрыгнул. Класс. Ладно, делаем по-другому. Идем сюда, на обход. Это что за порт? Мне сюда не нужно, да? О, здравствуй, таблица. Хорошая находка. А, покой сирены. Безопасный причал Южной Марии с 598 года. Ну не знаю, типа, а стоит мне сейчас сюда идти или нет? Так, вот зайдем. Таверна. Хотя нахер надо. По сюжету потом попадем туда. Так ты еще не можешь постоянно так передвигаться. Раз, два, три. Но где-то на четвертом вздыхает. Окей. Набром. А я бы поверху пошел, но я понимаю, что он у меня залезть не может. То есть, ну вот почему-то он не идет. Ну вот, видите, типа... Я не знаю, может... Ну вот он, типа, не цепляется вообще. Ни в какую. Чё вы мне предлагаете? У меня только один варик идти так. О, еще одна. Это не возьм... Так, мельница Карлислонна. Объект культурного наследия. Последнее. Так, последнее владение семьи Карлиса. Так, построено в дате не читается. Странно все это сделано. Паркур этот кривой.
Когда ровный пол, а ты не можешь запрыгнуть. Да-да-да-да. Вскрыть замок. Готово. Пипец, мы никак не можем дойти с вами до места, куда нам надо. О, медаль. Зато нам предлагают лезть выше, выше, выше. Хотя мне просто туда надо. Так, где монетку только что видел? Ага. Ага. Так, сюда. Готово. Да. Походу мы попали в это блудное место, да? Дом цветов, так называемое. Зайдите в убежище. Мрачноватенько. Мрачно, мрачно, мрачно. Хорош. У нас же лестницы нету. Лестницы у нас нету, поэтому мы падаем. 25 крон. Невидимые стены. Джи. Зря упал. А куда мне тогда? Ю. А. Переключатель почти невидимый. Надо смотреть внимательно. Окей. Эрин как-то сказала, что поставила ловушки против незваных гостей. Надо смотреть под ноги. Да, не боись. Прорвемся. А, ты имеешь в виду такие вот плитки? Ну да, здесь может запросто быть динамит. Может быть динамит. Хэм. Взять. Ничего нету. Ладно, полезли выше. Окей, оно не открывается. Куда теперь? Типа я сюда залез. Как мне открыть? Как мне люк открыть? Ну,
Я знал, что так будет, алло. У меня были другие варианты. Ладно, давайте в другую сторону. И чё? Я сейчас чисто возвращаюсь туда, где я был. Чисто попал в ловушку, в которой не нужно было попадать. Ах ты ж, ё-моё. Я здесь играть не буду. Укради ключ от истины. Той, что осталась дома до того, как я стала Эрин. Но ты должен найти его сам. Таковы правила. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Чуть дальше. А. Око не работает. Не туда. Теперь холодно. Ты же говори мне, куда я иду. А, я в тупик пришел. Ясно. Иди за мной, Кристина. Чё за бред? Ещё холоднее. Ты близко? Нет, не трогай меня! А мне нужно типа к ней просто подходить. Ищи. Я скажу, когда ты будешь близко. Эй. Я около тебя. А. Кажется, Эрин хотела, чтобы я что-то нашел. Я не могу уйти отсюда просто так. Ну просто так не пойдем. Возьмем нашу фотку. Что это? И зачем это было, Эрин? Может, это часть ключа? Мельница, мельница. Уже галюники идут. Ну да. Мы идем чисто по сюжету. Может, все-таки сходить в тот бар? Совет, не держите тетиву лука натянутой слишком долго, либо она может сама выпульнуться. Окей. Дом цветов ждет. Он отмечен красными фонарями. По ним я и найду вход в бордель. Сколько мне ждать, пока не уйдут? Ладно, поверху пойду. Неужто мы начнем третью главу?
На свидание. До свидания. И зачем мне сюда нужно было? Скажи, почему бы нет? Монетка. Начинай ко мне идти, ладно. Пойдем это дело. Паркур, паркур. С едой все хуже. У меня шестеро по койкам, а из еды одно яблоко. Не совершай ту же ошибку, что и Ругер. Что на этот раз сделал этот дурак? Украл хлеб. Чернолобые вздернули его прежде, чем хлеб вылез у него с другого конца. Так, ну походу я иду правильно. Скорее замочек. Бац, вниз, вверх. Готово. О, мельница, мельница. Так, уже 1000 есть. Ой, я бутылку могу взять. Да, почти угадал. Почему-то я больше бутылки собирать не могу. Ну уже, девочки, 10 минут, не больше. Тебя внесли в черный список дома цветов, лорд. А ты, наверное, уже не лорд, да? В черный список? И надолго? Пока не обзаведешься деньгами, а значит, до конца жизни. Ищи дешевую девку, которая обслужит тебя в переулке. Ты слишком радуешься, девка. И не я одна, мы все радуемся. Окей, глава 3, да? Ну, поехали. Здравствуйте, глава будет у нас длиться минут 30. Я, как обычно, пройду 95% и закончу. Найс. Так, я вырвал кольцо, которое хотел Басо, из пальца самого ловца воров. Ищейки барона, но я не получил ответов. Сначала Басо заявил, что у меня не было целый ход, а королева нищих сказала, что я спас... Так, спал с тех пор, как ее попрошайка меня нашли. Почему я ничего не помню? Может, у меня мрак, о котором все твердят? Хер его знает. Вы тут впервые, сэр? Я иду в дом цветов, если вы, головорезы, что-то задумали? Мадам Сяо, Сяо ждет вас. Я вас провожу. Расфуфыренного петуха привели в курятник, а я поиграю в лесу. Удерживайте. Так, там что-то точно есть. Так, это масло. Это взрывоопасная вещь. Оп. О, неужто? А что еще им делать в свободное время? Считать золото? Будь у меня дворец в Дейпорте и вдоволь мака, я бы позвал девиц. Это странно. Лучше проверить.
самом деле я мог бы не убивать. Ну, как говорится, он же вор. А, они не считаются. Да, ты бы его нашел. И наказал бы, да? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А мы пойдем по другому проходу. Так, новая карта. В каких-то... Клака. Заброшка какая-то огромная. Я, конечно, весь в коже, но за танцовщицу кабаре меня, скорее всего, не примут. Надо прокрасться внутрь. Окей. Давай сюда. И сразу валим. Что тут можно еще сюда пойти? Ага, удержите. Блин, мне нужно будет эти боеприпасы закупить. Вспомни, где еще начальный город этот. Закупкой, прокачкой. Это чё? Хавчик? Можно начать с покоев, мадам. Заодно набью карман, если я там никому не помешаю. Кажется, я узнал своего кузена. В маске ему гораздо лучше. Ой, как жестоко. F5. Расскажите про вашего кузена. Жутким стал. Ложечка. Окей. Сохранились. Тихо. А, она вниз идет. Они идут вниз. Да-да, не говори. Я бы для обуви
Шустрей. Сразу прикроем дверь. Хорошо. Ножнички за 3. Свет подрубаем и тушим. Целая куча опиума. Загрузите насос. И всем сладких снов. За баком скрыт механизм. Он контролирует заслонки. Нужны кусачки, найс. Почти провернули то, что нужно. Хорошо. Тогда где у нас ящик? Здесь, да? Сейчас вниз пойдем все равно. Хорошо. Отлично. А, так я правильно шел, слушайте. Сохранение. Выходим. Говорят, они сжигали трупы на открытом воздухе. Так ужасно. И где, говорите, это случилось? Ужасы рассказываете. Это новости с наших засранных улиц, девочка. Там все меняется. Ай-яй. 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 Ай-яй.
черт. Хватит прятаться, трус. Их очень много. Блин, это из-за того, то что я виноват, то что решил облутать дальше сундук. Так я не думал, что там еще один челик будет идти, хер знает откуда. Ладненько. Я смотрю, у тебя сегодня два новых цветочка. Да, персик и нейролин. Они хорошие девочки. Я ожидаю, что это отразится на твоих взносах. Но ты уже поднял налог в два раза в этом квартале. Сейчас всем тяжело, на улицах сущий ад. Будет жалко, если торговый орган встанет из-за проблем с доставкой товара по этому адресу. Сегодня вечером я все приготовлю. Хорошо. Я пока тут отдохну за счет заведения. Мне что-нибудь молочное. Я позову цветок Жасмин. Жасмин уже старовато. Я хочу помочь. Бутончики не работают с клиентами напрямую. Ты же знаешь. Ты не выполнишь мою просьбу. Налог я заплачу. Но правила действуют даже для тебя. Жасмин все исполнит в наилучшем. Пусть постарается. Приготовь все, что надо. Окей. А мы поняли, что это мужик, а не баба. Я буду в номере Калибри. Что же тебе еще глотку никто не берет? Окей. Так-то инфа, инфа. Бац. Ну блин, мы уже довольно далеко прокрались. Давайте до конца уже. Добывайте это место. Мы сами видели. Быстренько все делал. Как я объясню эти следы? Ты меня поцарапала. Скажи, что ты охотился, и на тебя напал дикий зверь. Где я охотился? В Риверсайде? Что-то я разговаривался. Идиот. Что-то подмешиваешь? Комар тупой. В лицо летит. А, найдено один из четырех. Комбинация Койла. Клиент. Бенедикт Койл. Созвездие. Корона. Дом цветов. Удовлетворение всех страстей. Ничего. Чернильница. Про ваш дом говорят, что вы подобны волкам. Сейчас ты сама все узнаешь. Жду.
Надеюсь, это не маг. Холодно сегодня. Я тут пытался ей объяснить, что у всех мужиков они одинаковые. Хорошо. Ладно, открываем. Надо было, на самом деле, мне кажется, везде, да, свет по... А, тут лампа такая. Тогда да. Ну тогда да. Нахождение комбинации. Дом цветов подтверждает, что клиент Бенедикт Койл забронировал сейф мадам Соя Сяо Сяо. Мистер Койл оплатил преминальный взнос и получил единственную копию временного шифра. Потеря этой комбинации приведет к утрате всех находящихся внутри ценностей. С этим документом ознакомлен подпись Бенджамин М. Койл. Окей. Бац, бац, бац. Добро. Происходит что-то странное. Я сам найду тайных. Документы. Голова. Дневник мадам Сяо Сяо. Чудной пьедестал, который я нашел в тайном коридоре, по-прежнему ставит меня в тупик. На него что-то надо водрузить. Но что? И что значит таинственные символы на стенах? Я начинаю лучше... Так. Я начитана лучше многих, но никогда не видел ничего такого. Я не хочу спрашивать эту кислую воблу Иствика. Он и так слишком много видел. А вообще мой шепчущий коридор стал проклятием. Мне порой кажется, что его надо будет замуровать. Но я понимаю, что это блажь. Я много раз слышал, как эти свиноподобные аристократички пищат о своих сокровенных тайнах. Но я сама далеко от... разгадки настоящих тайн этого дома. Когда-нибудь она мне откроется, даже если мне придется повыдергивать все ресницы, загадывая желание. Вот о котором говорила Сяо Сяо. Он где-то здесь. Вот нужны кусачки, найс. Вскрываем. Бац. 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 Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Послал так водить мышкой. Оп.
Оп. Стой, 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 стой. Нужно швырнуться. Посмотрим, что прячут в этом доме шепотов. Не-не-не, вернись, вернись. Там сейф был. Ладно, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.